Ребята, привет! Сегодня я допроверяю ваши исправленные дизайн-макеты. Начинаю с группы Артуры и погнали по порядку. Первая работа Веры Кулешовой. Значит, ваша задача была приложить только те работы, которые необходимы, которые нуждаются в проверке, ну то есть улучшенные, да, то есть не все. Погнали. Смотреть. Так, ну вот, интернет-магазин, iOS, курсовая. Промо-страница не нуждается, да? Курсовая. Так, вот здесь вот лучше вот эту вот штуку сделать в две строчки, потому что вот эта вот композиция вся целиком, она сейчас идет с перевесом направо, а здесь вот дыра. Это достаточно просто сделать. Дальше. Это хорошо. Это хорошо. Иконки в одном стиле. Это тоже хорошо. Отступы между блоками одинаковые. Это тоже хорошо. В принципе, здесь можно сделать и вот эти вот фотки на 2/3 экрана по ширине, а вот это вот на 1/3, чтобы уравновесить высоту вот этих модулей, вот этого и вот этого. Ну, так, в принципе, неплохо. Дальше, отзывы. Почему ты решила сделать так, да, то есть здесь не делать поле, непонятно. Лучше, мне кажется, сделать поле. И сделать слайдер просто. И у тебя будет по сеточке сверстано вот эти вот три столбца. Дальше вот это. Я говорил про отступы, по-моему, в прошлый раз. Вот этот нуждается в увеличении отступ, да, он внешний. Значит, дальше между элементами списка можно сделать меньше отступа. Здесь можно сделать больше отступа. Так. Ну что? Работа остается с оценкой 4 с плюсом. Дальше, интернет-магазин. Главный экран. В целом, да. Иконки. Не нравится Facebook с обводкой. Короче, как делать Facebook с обводкой? Помещаете этот Facebook F в квадратик. Да, и, например, и продолжаете контур, получается, у вас контур будет идти вот так вот. Вот здесь идет контур квадрата, потом хоп, он переходит сюда в F, идет и в контур квадрата уходит. И размер просто сделаете соответствующий. Только здесь толщина контура должна быть, наверное, чуть меньше. И у тебя придется согласовывать толщину контура вот с этим, если ты хочешь все иконки в контуре сделать. Так, вот это окей. Вот это тоже окей. Вот этот блок в целом тоже окей. Кроме вот этого отступа, он косячный немного. Вот это все окей. Вот это, да, это, ну, почти, потом здесь осталась дыра, такая достаточно большая, у тебя вот этот блок, он четко развалился на две части, то есть вот это объединилось все с картинкой, и вот это вот, две группы получилось. А у тебя должна читаться отдельно, типа, шапка, и отдельно вторая группа, целиком вот эта вот фотка с описанием. Так, ну, вот это уже, в принципе, получше работы, можно ставить 5 с минусом. Так, тоже проходишь мастер-группу. Поехали дальше смотреть. Food delivery. Здесь неправильное расположение. И выравнивание еще тоже неправильно. Короче, вот с этого экрана сразу я оставляю 4 с плюсом. Вот. Дальше вот здесь тесно. Вот это вроде нормально. Это нормально, это нормально. Это. Это тоже нормально. Вот здесь не надо жирно делать. И вот здесь отступы маленькие. Здесь, короче, переделать. Вот это, ну, более-менее нормально. Зачем делать только вот...
вот такую вот карточку, если можно сделать, например, либо можно угол скруглить, чтобы согласовалось и отступы сделать одинаковые, либо нужно карточку эту расширить до краев экрана. Это 4 с плюсом, короче, остается. Потом, да, вот здесь отступ маленький. Потом здесь отступы внутренний, вот, больше и внешний меньше. Косяк. Здесь внутренний и внешний тоже. Здесь нормально сверстано, здесь нормально сверстано. Так. Это у нас... Чего? Четыре с плюсом или пять с минусом? В принципе, достаточно аккуратно работа. Интерлинеаж больше. Ну, окей, 5 с минусом, таких, что прям супер грубых косяков нету. Ну вот, окей, биржа, погнали. Дальше. Владислав. Одна работа на проверку. Вот это курсовая. Все остальные пятерки. Так, про композицию на главном экране. Ну, обтравить, конечно, нужно еще получше, да, тут есть кое-какие белые блики. Блин, все качественно сделано, ну, то есть, с точки зрения графики, да, но композиция построена, ну, как-то весьма точечно, короче. Вот, ну, то есть, нужно, вот видишь, у тебя сейчас вот там объект вот такой вот, да, он маленький. Попробуй, что если там будет, например, вот этот объект, например, побольше, там, круг, да, там, ты расширишь сильно, либо вот так расширишь, либо вообще сделаешь там полностью там желтый экран, да, видишь, гораздо более выгоднее выглядят вот эти вот самокаты на желтом фоне, когда ты, получается, оставляешь вот эти ручки на черном фоне, здесь уже, получается, они становятся неактивными, вот, и... Да, и получается еще композиция, она такая более становится точечной. И да, точечной, короче, такой. И меньшего размера, как бы, да. Вот, даже если это все будет желтое, все равно уже будет лучше. Да, ну то есть я не говорю тебе про именно про вот эту вот форму круга, да, ты можешь делать желтый прямоугольник. Вот. И посмотреть, что получится. И тем более просто черный на желтом будет очень выгодно смотреться, очень четко. Так, почему выбирает нас? Да, все окей. Здесь Xiaomi. Да, обтравил хреново. Вот, короче, за обтравку плохую сразу минус. Оценка 4 с плюсом остается. Вот, окей, это окей. Вот таким макаром ты расческу создал. Окей, окей, окей. Короче, вот это и вот это. Три вещи, которые необходимо доработать. 4 с плюсом пока что. Вот если бы вот этого не было, да? Если бы это было хорошо обтравлено, я бы поставил тебе 5 с минусом, вообще без разговоров. Так, остается. Дальше. Павел.
Так, курсовая здоровая еда. На каждый день. Здесь перевес направо остался, потому что изображение справа. Но так в целом построена композиция неплохо. Можно чуть-чуть отлепить от верхнего экрана шапку. Вот, потому что вот этот отступ, он сейчас маленький, он нуждается в увеличении, потому что вот этот листик, если его воспринимать как некое внутреннее пространство, тогда нарушение получается внутреннего и внешнего. Так, вопрос, насколько у тебя сочетаются вот эти цвета, да? То есть вот этот вот холодный зеленый и теплый зеленый. Зеленый — это тот цвет, который может быть и холодным, и теплым, в зависимости от оттенка. Так, значит, убрал, да, много объектов было, сейчас стало меньше. Вот здесь все равно дыра осталась, тоже дыра, обтравка плохая, контраст плохой, форматы маленькие. Ну, как бы и отступы разные. Ну, нет, я, ну, и тут еще косяки с отступами. Не, что-то надо существеннее это все получать. 4 с плюсом остается. Так, подожди, а у тебя одна работа была, да? Сейчас, подожди, может быть, там была вообще другая оценка. Может, там меньше, чем 4 с плюсом было. Ну да, скорее всего. Так, 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 курсовая одна, ну, значит, тогда повысил, 4 с плюсом, о, уже хорошо, так, молодец. Так, погнали дальше, Екатерина Новикова. Так, ага, презентацию нужно сделать еще. Так, узнать погоду, выбери город, да, все понятно, обтравило классненько, все, без косяков, теперь очень круто. Так, здесь все ништяк, сверстал тоже вроде более-менее правильно. Ну, в принципе, понятно, что это отдельный модуль, несмотря на то, что внутреннее и внешнее нарушено. Да, прикольно получилось. Так. Эй, что такое? Почему? А, я сам закрыл. Так, Екатерина Новикова. Так. Новикова. Это у нас было чего? Android. Пятерка. Проходишь в биржу. Здорово получилось. Так, погнали дальше. Аня Цветкова. Так, мы все закрываем. Так, прогружается, да, видимо. А, или на, здесь ничего не должно быть, да? Я уж что-то забыл. Так, здесь нормально все. Здесь, в принципе, тоже нормально. Здесь тоже нормально, только нужно выравнивать иконку. Вот иконки по верхнему краю. Здесь ништяк, здесь тоже ништяк. Здесь, ну, в целом ок. Я бы это думал как бы в кучку подсобрать. В один модуль, но так, в принципе, норм. 5 с минусом. Так, это все, да? Все работы. Все отлично, все работы на отлично. Так, Руденко Елена.
Так, вот они, 4 работы должны быть. Интернет-магазин сначала. А, интернет-магазина нету. Интернет-магазина нету. Я могу, конечно, эти посмотреть, я их посмотрю, но у тебя здесь ничего не изменится. Надо интернет-магазин. Ну, на самом деле, можешь еще доздать, еще неделя есть. То есть я еще один разбор буду делать. Так, Даш Кардос. Да, с карточками, с отступами, вот этими аккуратнее, да, то есть они должны быть больше. У тебя здесь внутреннее и внешнее нарушено. Здесь в целом, да. Обрати еще внимание на вот эту вот полосу, потому что она на самом деле не полоса, а типа вертикальные прямоугольники, которые на себя перетягивают внимание, и вопрос, должны ли они так делать или нет. Так, здесь, окей, разлинивало более-менее норма. Откуда синий только взялся, мне непонятно. Откуда взялся синий? Может быть, лучше красный продолжить использовать? Как ты считаешь? Так, вот это, да, области контента. Вот здесь, вот есть у нас этот блок, у него есть левый край, и есть у нас левый край области контента, которые не совпадают. Это несогласованность краев. Здесь тоже несогласованность краев. Вот, дальше здесь ты выравниваешь, короче, это по центру, а здесь выключку по левому краю. Выравниваю все по левому краю, у тебя такая же байда была вот здесь. Здесь ты решил вопрос, у тебя стало более упорядочено, да, в рамках прямоугольного формата. Здесь ок, здесь, ну, более-менее ок, только, типа, мне кажется, слишком большой отступ здесь. Вот, и здесь. Надо пофиксить. Ну, ок, это можно в 5 минусов, в принципе, оценить эту работу. Курсач. Поехали дальше. Да, непонятно, почему ты не хочешь сгруппировать это все вместе. Разбил на 3 группы, я бы сгруппировал. Вот это все ништяк. Вот это ништяк. Это тоже. И это тоже. 5 с минусом. Ну, снял полбалла за композицию главного экрана. Вот, ну, вообще совершенно ничего страшного. Здесь ништяк, да, ништяк. Здесь тоже хорошо. Чего у меня такое ощущение, что Венера овальной формы. И здесь тоже круто. Так. Это у нас будет чего? Ну, тут еще с интерлиняжем, конечно, нужно поработать. Больше надо делать интерлиняж, за это минус полбалла, вообще 5 с минусом. Вот, тебе надо интернет-магазин доделать. Это на самом деле первое, с чего стоит начинать. Есть такая теория, короче, теория ограничений систем. Вот, это чтобы улучшить качество всего портфолио, в данном случае нужно улучшить самое узкое место. Нужно найти самое узкое место и улучшить его. Вот самое узкое место у тебя изначально был интернет-магазин, твоя задача была, могла бы быть следующей. Тебе надо было просто сделать интернет-магазин. Если бы ты получил здесь 5, несмотря на то, что здесь 4 с плюсом были бы, у тебя здесь была бы уже мастер-группа. Но в целом я считаю то, что это достаточно хороший результат, что ты 3 работы улучшила сразу, это еще плюс 3 в копилку. Поэтому, в принципе, как бы и то, и другое решает. Это классно. Это классно, в любом случае, что ты улучшил работу. Вот что. Так, дальше. Влад Шиляев. Сейчас найдем. Так, вот тоже 4 работы, узкое место, это Android. Давай смотреть. С Android, наверное, начнем. Каталог. PlayStation куда-то уехал. Чуть-чуть наверх надо было выровнять по верхнему краю. Этот бургер, он слишком широкий. Не можно было сделать его ближе к квадратной какой-то форме. Еще и толщина контура. Здесь тоньше, здесь толще контур. Так. Здесь, ну, ок, нормально. Здесь дыра. Вот это самый ништячный экран, мне кажется. Вот это ништяк. Здесь, о, фу-фу-фу, надо улучшать. И здесь тоже. К
Короче, ты, походу, не доделал, да. Поэтому, ну, четверку в плюс, в принципе, можно поставить. Погнали дальше. Курсовая. Дизайн-макет. Так, это у нас что, с кейсом сразу? Давай буду смотреть только вот это. Да, то есть... Так, окей, увеличил, да, походу, иллюстрацию. Можно, на самом деле, еще увеличить ее. Вот это сделать в две строчки, вот это сделать в три строчки. Чуть-чуть тоньше, вот эту чуть-чуть уже. И вот эту иллюстрацию еще больше сделать будет ништяк. Отступы, да, ништяк. Потом цены. Вопрос с объединением. Может быть, лучше цены поставить на отдельном фоне. Вот, левый и правый области... Левый и правый края блоков не совпадают с левым и правым краем области контента. Вот здесь дырки. Так. Здесь хорошо. Сетка только непонятно у тебя где. Вот она. А почему тут так? Не по сетке. Не по сетке, косяк. Это окей. Отступы разные между блоками. Это не окей, развалилось. Так, ну это четверка с плюсом. Остается. Погнали дальше. Боб-шоп. Концепт, цвет, типографика. Блин. Чё изменилось-то? Я не понял. Надо это... Ну, я реально не понял, что изменилось. Здесь как была композиция с перевесом налево, так и осталась. Здесь как были отступы неправильно, так и остались. Вот этот ништяк. Это нет. Это да. Это да. Ну, короче, надо доделать. 4 с плюсом остается. И это NHL. Да. Да. Да, кроме вот этого развалилось. Да. Да, кроме вот этого интерлинежа. Здесь интерлинеж тоже маленький. Да. Ну, в целом, да, вот это 5 с минусом. Так, ну вот, накинул, короче, на мастера группы, это уже хорошо. Так. Собственно, по... разбору работ Артура закончили. Посмотрим на то, как изменился результат. Результат. Заходим. Статистику достижений. Группа Артура Абдулина. Считаем все оценки. Вот так. 85 всего оценок. И считаем количество пятерочных оценок. Так, так, 44. Ну вот, 44 к 85, уже хорошо. Сейчас посчитаем. 51% в лучших. Вообще супер. Прекрасный результат, ребята. Вот, очень доволен тем, какой результат вы показали в целом вашей группой. На этом все. Разбор следующей группы в следующей записи.